Работники сферы ЖКХ уже приступили к выполнению поставленной задачи. Новогодние свечи в подсвечниках, зеленые еловые лапы. Декоративная подсветка на въезде в город украшает улицу Крестьянскую. 20 столбов нарядили к Новому году. С декоративным убранством необходимо еще потянуться представителям бизнеса и всем анапчанам, украсить фасады и подъезды зданий к зимним праздникам. Пока город выглядит совсем не празднично, особенно в пасмурную погоду.